Компания Little Doctor International представляет вашему вниманию новую современную линейку многофункциональных автоматических тонометров 51 серии, состоящую из четырех моделей. За основу новой серии тонометров LD был выбран прибор с большим дисплеем, простым управлением, но вместе с тем с высокой точностью и большими возможностями. Базовая модель LD51 имеет следующие функциональные возможности. Автоматическое нагнетание воздуха в манжету и измерение давления и пульса. Память на 90 измерений для двух пользователей. Функции вычисления среднего значения для трех последних измерений. Индикатор нерегулярного ритма пульса. Классификация результата измерения согласно рекомендации Всемирной организации здравоохранения для оценки артериального давления – нормальное, повышенное или одна из степеней артериальной гипертензии. Часы и календарь для ведения дневника измерений. Возможность питания от адаптера электросети. Манжета с металлическим кольцом позволяет без труда самостоятельно и правильно зафиксировать ее на руке. Размер манжеты взрослый для окружности плеча от 25 до 36 сантиметров. Основой точного измерения всех моделей линейки является использование интеллектуального алгоритма измерения фазы, который учитывает индивидуальные особенности сердцебиения конкретного человека. Показания тонометра будут точными у гипертоников и гипотоников, а также у людей с нарушениями сердечного ритма. Для пользователей, которые регулярно измеряют артериальное давление и пульс, предлагается модель LD51A, в комплект которой входит сертифицированный медицинский адаптер питания. Использование адаптера питания позволяет экономить заряд батареек или обходиться без них. Модель LD51U, кроме перечисленных выше преимуществ, укомплектована универсальной манжетой для окружности плеча от 22 до 42 сантиметров, поэтому она подойдет всем членам семьи. Четвертая модель LD51S разработана специально для облегчения процесса измерения давления людьми с ослабленным зрением. В этой модели наиболее важные функции и результаты измерений, которые в предыдущих моделях отображались на экране, проговариваются голосом, при этом сами цифры на экране стали еще больше. Произвести измерение тонометром LD очень просто. Для этого правильно наденьте манжету на плечо, нажмите оранжевую кнопку. Прибор начнет накачивать воздух в манжету. После достижения необходимого давления в манжете начнется медленное стравливание и одновременное измерение давления и пульса. Результат измерения отобразится на дисплее, при этом его можно сохранить в памяти прибора для дальнейшего анализа. Неоспоримые преимущества тонометров LD. Использование интеллектуальной системы измерения фазы, большой и легкочитаемый дисплей, шкала классификации результатов измерения, два блока памяти на 90 измерений в каждом, безопасный медицинский сертифицированный адаптер питания. Тонометры клинически апробированы и рекомендованы к применению Британским обществом гипертонии. Прибор предназначен для измерения систолического и диастолического артериального давления и определения частоты пульса у пациентов старше 15 лет.